песня называется «Вопрос о дисциплине». Вопрос о дисциплине – очень важный вопрос. У нас ее заметно не хватает. Сейчас за это дело кто-то взялся всерьез, и нас в казармы переселяют. Сейчас за это дело кто-то взялся всерьез, и нас в казармы переселяют. И нам о дисциплине неустанно твердят вояки на разводах и собраниях. Они от нас давно уже добиться хотят самосознания через наказание. Они от нас давно уже добиться хотят самосознания через наказание. Все началось с того, что соорудили забор, пускай, мол, дисциплину укрепляет. И бедному курсанту нет покоя с тех пор, что отчисляют, то что-то объявляют. И бедному курсанту нет покоя с тех пор, то отчисляют, то что-то объявляют. С тех пор нововведений было не сосчитать, во вкус вошли к различным переменам. В такой азарт вошли, что стали стены ломать. Ломают стены, их мать, ломают стены. В такой азарт вошли, что стали стены ломать. Ломают стены, ломают стены. И вот оно общественного типа жилье. Здесь есть где отдохнуть, где порезвиться. Здесь сразу стало нашим все, что было мое. И от начальства никуда не скрыться. Здесь сразу стало нашим все, что было мое. И от начальства никуда не скрыться. Казарму Пашка Жилин как-то раз посетил. И так доволен был, что жил бы сам там. Ходил, вздыхал и даже чуть слезу не пустил. Какая прелесть, говорит, все здесь для курсанта. Ходил, вздыхал и даже чуть слезу не пустил. Какая прелесть, все здесь для курсанта. Но мы не перестали в самоволки ходить. Без нас кому-то ночью одиноко. Нельзя курсанту запретить ни жить, ни любить. Бесчеловечно это и жестоко. Нельзя курсанту запретить ни жить, ни любить. Бесчеловечно это и жестоко. Вопрос о дисциплине здесь решают давно, но воз и ныне там, как говорится. Курсанты пили, пьют и будут пить все равно, куда бы нам ни пришлось переселиться. Курсанты пили, пьют и будут пить все равно, куда бы нам ни пришлось переселиться. Вопрос о дисциплине очень трудно решить, не взяв в расчет простейшего момента. Нельзя людьми живыми чутко руководить, лишь по руководящим документам. Нельзя людьми живыми чутко руководить, лишь по руководящим документам. Пусть про курсанта говорят, куда ни целуй, везде одно загадочное место. Но ты в мои условия себя нарисуй, и мы посмотрим, какими будут песни. Но ты в мои условия себя нарисуй, и мы тогда посмотрим, какими будут песни.